Дорогие друзья, братья и сестры, я рад приветствовать вас в стенах Евангелическо-Лютеранского кафедрального собора Святой Марии на музыкальном служении, традиционном субботнем музыкальном служении. И сегодня вы услышите очень интересную программу. Сегодня вы услышите различных композиторов XVIII века. Сегодня для вас будет звучать не только орган, но также вы услышите и флейту. И вот прежде чем зазвучит музыка, я бы хотел обратить ваше внимание по уже доброй традиции на программу сегодняшнего музыкального вечера. И признаюсь вам, для меня всегда огромная радость, если в программе есть какая-нибудь хоральная прелюдия Иоганна Себастьяна Баха. Почему для меня это радость? Да потому что те хоралы, которыми вдохновлялся Иоганн Себастьян Бах, эти хоралы до сих пор зачастую звучат на богослужениях в лютеранской церкви. Точно так же и с сегодняшней программой. Если вы посмотрите на те произведения, которые для вас сегодня прозвучат, то увидите, что будет исполняться хоральная прелюдия на хорал, начинающийся такими словами: «Облекись в одежды света, о душа, Христом согрета». И я бы хотел прочесть вам два куплета из этого хорала, который был написан в середине 17 века и который вдохновил когда-то Иоганна Себастьяна Баха. Я прочитаю вам лишь первый и последний куплет. «О душа, Христом согрета, облекись в одежды света, выходи из тьмы греховной, радостью сияй духовно. Ведь к Иисуса благодати всех зовет Отец нас, братья. Пожелал небес властитель к нам войти в души обитель. Иисус, надежда верных, ты основа дел нетленных, свет души и солнце рая, я в мольбе к тебе взываю, помоги не в осуждение мне принять твой дар бесценный, дай мне веру укрепление, да воздам тебе хваление». Этот хорал традиционно исполняется в церкви перед совершением таинства святого причастия, таинства Евхаристии. И для меня этот хорал очень дорог. Когда я слышу его первые строки, то мне вспоминается один эпизод из моего далекого прошлого. Когда я слышу эти слова: «О душа, Христом согрета, облекись в одежды света», мне вспоминается, как много лет тому назад я в пасхальное утро находился в храме святого архангела Михаила. Я сидел на скамейке и размышлял о событиях Страстной недели, размышлял о событиях пасхальных. Я видел, как сквозь окна косые утренние лучи солнца падают, богослужебный зал падают на пол. Удивительная была атмосфера. И вот я думал о том, что претерпел Господь. Я размышлял о Виа Долороса, о пути скорби, по которой прошел Иисус. Я думал о кресте, о распятии, я думал о Его победе над смертью. И вдруг неожиданно меня пронзила мысль, которая во многом определила всю мою дальнейшую жизнь. Я вдруг понял, что то, что произошло со Христом, произошло в том числе и ради меня. Не ради абстрактных людей, о которых можно размышлять в третьем лице, а ради меня. Лично ради меня Он страдал. Лично ради меня нес перекладину от креста, двигаясь по Виа Долороса. Лично ради меня умирал, ради меня воскрес. И я помню это удивительное ощущение, когда словно те солнечные лучи, которые проникали сквозь окна в богослужебный зал, проникли и в мою душу. Это радость. Открытие, что я, лично я, для Бога дорог. Это воспоминание всякий раз просыпается, пробуждается во мне, когда я слышу слова того хорала, которые вдохновили давным-давно Иоганна Себастьяна Баха написать ту хоральную прелюдию, которую вы сегодня услышите. Но почему я вспомнил об этом? Да потому что я считаю, что то открытие, которое я сделал тогда, в пасхальное утро, каждый из вас должен также сделать в своей жизни. Ведь Господь умер и воскрес ради каждого из вас. И каждого из вас Он любит так, словно вы единственное Его дитя. В свое время мне попались слова
православного священника, протоиерея Александра Шмемана, который говорил, что есть такое понятие, как парадоксальная арифметика Евангелия. Что же это за парадоксальная арифметика? А все сводится к тому, что каждый дорог как единственный. Будем сегодня размышлять об этом, и я надеюсь, что вот это солнце, радость от открытия, что Господь любит вас бесконечно, заполнит и вашу душу, позволит и вам соприкоснуться с той радостью, которая преображает нас, которая позволяет нам, выйдя за стены храма, делиться этой радостью с теми людьми, которые сегодня еще живут во тьме неверия. Да благословит вас Господь в этот вечер. Я желаю также Божьего благословения сегодняшним исполнителям. И позвольте, я еще раз произнесу те слова, которые звучат в самом начале того хорала, хоральную прелюдию, которому вы сегодня услышите. «О душа, Христом согрета, облекись в одежды света, выходи из тьмы греховной, радостью сияй духовной». Да благословит вас Господь. Thank you.
попросить вас подождать буквально несколько минут. Мы сейчас чуть-чуть сделаем паузу в концерте. Здесь находится мастер осведомленный, который строил инструмент, чтобы попытаться ускорить эффект.
Thank you.
последние два произведения сегодняшнего музыкального вечера, хочу обратиться к вам с традиционными объявлениями и напомнить, что завтра, воскресенье, День Господень, день, который христиане посвящают Богу, посвящают Церкви. И я желаю вам найти силы для того, чтобы прийти в храм и участвовать в богослужении, потому что чувство присутствия Бога, Его милосердие, Его сострадание, Его помощь нам с особой пронзительностью переживаются именно на богослужении, на литургии, на святой мессе. Ну и, конечно же, пользуясь возможностью, я приглашаю вас в этот храм. Святая месса на русском языке служится здесь по воскресеньям в 2 часа дня, поэтому, пожалуйста, приходите, добро пожаловать. И также, если у вас возникают какие-либо вопросы, если вы что-то хотите узнать об этом храме, о лютеранской церкви, о христианстве, то, пожалуйста, подходите, спрашивайте у меня в том числе о завершении сегодняшнего музыкального вечера. Ну и последнее, что скажу. Музыкальные служения этого храма проводятся во многом благодаря вашим пожертвованиям. И если вы пожелаете сделать пожертвование, то это можно сделать на выходе из богослужебного зала, где вы найдете людей, стоящих со специальными мешочками, куда эти пожертвования можно опустить. Ну а сейчас завершающие два произведения сегодняшнего вечера.